решений, связанных с устранением накопленных. Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с вице-премьером Александром Хлопониным. Он доложил президенту о том, как проходит год экологии в России. В частности, речь шла о реализации программы «Чистая страна». Она предполагает строительство 5 пилотных заводов по термической обработке коммунальных бытовых отходов. Они появятся в Московской области и в Татарстане. Говорили о переходе предприятий на современные технологии в сфере защиты окружающей среды. И здесь Владимир Путин призвал обязательно учитывать позицию бизнеса. Кроме того, глава государства поручил вице-премьеру помочь Генпрокуратуре в вопросе проверки исполнения закона об ужесточении наказания за уничтожение редких животных. Вы упоминали еще о мероприятиях, связанных с охраной редких видов животных. Как вы оцениваете правоприменительную практику? Ведь у нас приняты соответствующие законы, ужесточающие наказание за уничтожение животных, особенно редкокнижных. Ну вот, что происходит на практике в жизни? Мы сегодня очень внимательно и жестко следим за несанкционированными охотами и, скажем так сказать, убийствами этих животных. Но, тем не менее, у нас здесь позиции у общественников достаточно разные, расходятся. Но я думаю, что та правоприменительная практика, которая сегодня существует, действительно нам позволяет увеличить популяцию тех животных, которые есть. Мнение у людей могут расходиться, это вполне естественно. Но есть закон, он принят, вплоть до уголовной ответственности. И надо его соблюдать. Он применяется или нет? Да, применяется. Применяется, мы отправляем, хотя у нас, еще раз говорю, у нас территория колоссальная, и, может быть, у нас не хватает деревьев. Помогите Генпрокуратуре провести соответствующую проверку.